почему? Это иметь несколько. Все, я сделал. Ну давайте, ну ебать копать. Ешь, ну я дай я прочитаю сначала, я ж текст не знаю. А вот эту программу. Эту раз, программу это программа 2. Ты не в камеру, ты вот сюда смотри. Да я думаю, как мне руки делать. Да потом хуйня эти руки, давай, смотри в камеру. Куда галстук, нет. Скажи, к тебе или от меня? Ко мне. Да. Я не могу сделать, потому что вот этот шнурок, блядь. Так, отходи отсюда. Ты должен так говорить. Состояние дорог, больное место Харькова. В каждой точке города, ну как бы, как с выражением. Давай, попробуй, поехали. После точки города, после города точка стоит или запятая? Точка. Ген, я тебя прошу, дай я буду текст читать, не у тебя спрашиваю. Харьковчане должны жить в удобном для жизни городе. Давайте будем сниматься. Пускай там все молчат нахуй, блядь. Мы будем строить и реконструировать дороги, а не заниматься мелким ремонтом. Ты можешь сказать это с выражением в одном тоне, только с мимикой твоего лица, как ты это умеешь делать? Ну это просто постная хуйня какая-то, блядь. Давайте по новой, поехали. Тексты пишите нормальные, пишите херню какую-то. Эту программу мы создавали для того, чтобы резко повысить качество жизни в нашем городе. С самого начала, Миша, нету жизни, потому что ты говоришь о программе, оживи себя и оживи ну программу. Ну все, все, хватит. Миша, не выебывайся, я тебе честно говорю. Не ровный, Данченко. Давай. Проезд по городу станет быстрым, удобным и выгодным для всех харьковчан. Вот нахуя ты руку убрал, блядь, сразу? Да я ж закончил. Ну так что, что ты закончил? Ты закончил и посиди секунду, блядь. Давай по новой будем делать. Здоровье харьковчан. Главное богатство нашего города. А где про медицину? Эту программу мы создавали так по поводу... Так что на каждой роли говорит эту программу мы создавали? Конечно. Где про скорой помощи, блядь? Вместо необдуманного повышения тарифов нужен комплексный подход к жилищно-коммунальной сфере. Мы вернем доверие харьковчан и будем качественно обслуживать жилые дома. Давай сначала. Блядь, что ты сказал, жилые дома, я начал чвякать, хуякать, блядь. Откуда ты знаешь, получилось или нет, блядь? Ешь. Можешь секунду подождать? Ну, ешь, я не вижу, ты как попугай откуда-то вещаешь. Я и сам знаю, что не записалось нифига, поэтому и чмокаю. Кто его там, блядь, сбивает, что он глазами косит, когда уже в конце начал говорить, взял глаза куда-то увел, нахуй. Немножко текст по-дебильному написан. Миша, все переписываем, у тебя скучное лицо. Тебе никто денег не даст. Мы сделаем Харьков чистым и благоустроенным. Мы обеспечим для этого необходимое финансирование, а также создадим условия для притока инвестиций в город. Ну вот для притока инвестиций в город. Вот как можно такое предложение составлять? Мы сделаем Харьков... Подожди, голову опусти чуть-чуть. Слушай, ты можешь не орать, уже надоел за целый день. Ну все, давай, давай, не трогайте его. Там осталось чуть-чуть ему сказать два раза и все. Слушай, кто меня трогает? Вот покажи мне здесь хоть одного человека. Уже все забились от тебя по дальним углам. Это позволит Харькову стать настоящим Мы создадим условия для притока. Очень длинное предложение. Миша, где? Давай так, ты скажи и потом не рассуждай. Хуевое, плохое, потом посмотришь в конце, как все получится. В городской бюджет поступит значительно больше. Давайте не денег, а средств. А, там дальше, хорошо. Больше денег. И эти средства будут работать на благо города и всех харьковчан. Миша, скажи, что ты такой умный? Ты читай то, что тебе дали, только с выражением и все, блядь. Твоя задача здесь, извини. Давай. Мы будем передавать в аренду земельные участки в городе. Давай назад. Блядь, куп... Мы будем передавать в аренду земель... Ну, ты понимаешь, скороговорки мне. Мы будем передавать в аренду земельные участки... В городе. Понимаешь, это на одном придыхании нужно говорить. Мы будем передавать в аренду земельные участки. В городе. Вот мы в городе, блядь. Можно в городе убрать. В городской бюджет поступит значительно больше денег. И эти средства будут работать на благо города и всех харьковчан. Давай по новой, Миша. Все хуйня. Сижу нормально? А, глаза только открою и все. Пошел. В городской бюджет поступит значительно... В городской бюджет поступит значительно больше... В городской бюджет поступит значительно больше денег. В городской бюджет поступит значительно больше денег. И эти средства будут работать на благо города и всех харьковчан. Вот и все. Воды дать тебе? Не, не надо. Пока я не понимаю в голове, как разбивать предложения, я их не могу прочитать с выражением. Я не знаю, где ударение делать. Дайте ему воды. Да не надо мне воды, я не хочу. В городской бюджет поступит значительно больше денег. И эти средства будут работать на благо Владимира Шумилкина. Глаза открой. А вот так вот, хорошо. В городской бюджет поступит значительно больше денег. Все хорошо, только злый рот у тебя злой, зубы скалишь. И эти средства будут работать на благо города и всех харьковчан. Все.
Хватит? Все. Илья, хватит? Да.